Второй день фестиваля по роллер-спорту. Райдеры со всей страны съехались к нам, чтобы создать международную команду любителей экстрима и выявить лучших. Живут они в палаточном лагере за городом, но сегодня приехали в центр на площадь 400-летия Тюмени. Профессионалы из Канады и США с удовольствием поделились опытом с участниками фестиваля. Научили их правилам правильно балансировать и выполнять сложные трюки. Вау! Каждый раз я вновь и вновь удивляюсь, насколько классный уровень и насколько крутой у них подход к катанию. Я провожу очень много мастер-классов и кэмпов по всему миру, но Тюмень для меня — это отдельное место, это очень специальное событие, и я чувствую себя очень по-особенному здесь. В пятницу около Дворца Пионер пройдут показательные выступления райдеров и состоится предварительный итог фестиваля. Вход на мероприятие свободный.